В прокуратуре Ненецкого округа прошло совместное совещание представителей органов власти, ветеранов Великой Отечественной войны и общественных организаций. Что обсуждали участники совещания, узнаем у Любови Пермяковой. В повестке дня соблюдение прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и подготовки к празднованию 70-летия Победы. Вступительным словом выступил прокурор округа Николай Егоров. На территории нашего субъекта есть памятники, посвященные Великой Отечественной войне, которые требуют как символы победы, требуют ухода, сохранения. На территорию округа проводятся органами государственной власти, образования, патриотическая работа по воспитанию молодежи. И вот считаю, что эти три важных направления в нашей работе необходимо обсудить, обменяться впечатлениями, что осталось еще вне зоны ока Государева, что мы не увидели. Прокуратурой округа запланированы ряд надзорных мероприятий в области жилищных прав. Говорили о том, нарушаются ли органами власти права ветеранов. Мы сегодня вот считаем, что округ, пожалуй, самым первым в Российской Федерации обеспечил всех ветеранов войны благоустроенным жильем. Сегодня хорошая программа по переселению из ветхого жилья, по выполнению очередности на получение жилья. Представители общественных организаций, участников боевых действий, Совета ветеранов отметили, что органы власти тесно взаимодействуют с ними. Все спорные вопросы удается решить в кратчайшие сроки. Спасибо окружной администрации и нашему правительству, что так много уделяют внимания ветеранам войны. Я не знаю. Я живу, например, лучше всех прожитых 90 лет. Прокурор округа отметил, что все вопросы, касающиеся соблюдения социальных прав ветеранов Великой Отечественной войны, находятся под особым контролем. Любовь Пермякова, Александр Дуркин, телеканал «Север».